В Ульяновской области началось строительство двух новых котельных. В настоящее время начались работы по подготовке фундамента теплоисточников. Один установят в рабочем поселке Старая Майна, который будет обеспечивать теплом районную больницу. Вторую квартальную котельную смонтируют в поселке Октябрьский Чердаклинского района для теплоснабжения жилых домов. Обновление объектов топливно-энергетического комплекса ведется в рамках подготовки к новому отопительному сезону. По оперативной информации Министерства энергетики, ЖКК и городской среды, гидравлические испытания продолжаются в 15 муниципальных образованиях. На территории Радищевского, Корсунского, Новомалоклинского, Николаевского и Старокулаткинского районов мероприятия завершены без выявления порывов. В Вишкаймском, Индинском, Кузоватовском и Новоспасском районах гидравлические испытания окончены. Все выявленные случаи ликвидированы.